укрываем рамами для того, чтобы почва прогревалась вот в этих парничках. И в пределах 23, 24, 25, 28 апреля высеваю сюда семена капусты. Раньше высеваю раннюю, цветную, позднюю. И вот готовлю на посадку славу, надежду, вьюгу и краснокочанную капусту. Вношу удобрения, делаю борозки и сею семена. Для того, чтобы, может, у кого-то со зрением плоховато, у меня бывает плоховато со зрением, я эти семена опудриваю зубным порошком, и они тогда на темной почве, на черной почве видны вот эти семечки. Загущенный посев не рекомендуется, но, однако, я все равно сею немножко густовато, для того, чтобы, ну, кто его знает, что-то, ветер там, что-то, где-то что-то сохранится, а потом прореживание произвожу. После посева семена ребром ладони прибиваю в рядочек и загребаю рукой, заравниваю этот рядочек земелькой, глубоко не засыпаю, для того, чтобы почва внизу еще холодная, а верхний слой почвы быстрее прогревается, и тогда быстрее сходит растение. Происходит затем присыпка при появлении настоящего листочка. Грунт высаживаем, как правило, после 20 мая идет высадка рассады капусты.